один из самых красивых оранжевоплодных томатов, золоченый беляш. От агрофирмы Сибирский сад. Вы только взгляните на плоды. Они не желтые, не оранжевые, такой вот как позолоченный цвет. Вот тут будет хорошо, я думаю, видно. Смотрите, шкурка позолоченная. А мякоть, смотрите, оранжевая. Видите, здесь такой медный, позолоченный цвет, а мякоть оранжевая, красивая. Классный помидор. Мякоть плотная, мармеладная, очень мало в ней сока. Кустик высотой 50 сантиметров, вес 190 грамм, 184 грамма, ну вот в среднем 180 до 200 грамм. Первые плоды были где-то 200 грамм. Крупноплодный, конечно, для низкорослого томат. На упаковочке указано, что плоды весом 500-1000 грамм. Но вот как видите, выросли плоды 180-200 грамм. Идеально круглые. Красивые помидорчики. Влезут в банку. Мякоть плотная. Мармеладный вкус, очень сладкие. Плотность вообще отличная, нету никакой кислоты. Полюбят обязательно ваши детки этот томат. И за красоту плодов. И вот такая шикарнючая мякоть. Золоченый беляш. Я доволен этим сортом. По сроку созревания он среднеспелый. В следующем году обязательно его посажу. Мне он нравится. Плоды у него отвечают всем критериям, которые важны в экстремальных условиях выращивания, особенно в открытом грунте. Плоды, как видите, нет даже пятна у плодоножки. Они не растрескиваются. Вот один плод. Смотрите, дал трещину. Все остальные целенькие. Но по вкусу они вообще суперовые. Томат шикарный. Рекомендую. Посадите с одного растения 5-6 килограмм. Мы получаем урожай.